большая статейка, но очень интересная. Кадры Хаббла – процесс слияния двух галактик. Не так давно, в 2019 году, космический телескоп Хаббл заснял пару галактик NGC 6052, находящихся в созвездии Геркулеса. Вот эти кадры. Не правда ли? Очень странная галактика. Похожая то ли на таракана, то ли на бабочку, то ли еще на что-то. Так вот, этот объект NGC 6052 известен уже давно. Он был впервые замечен еще в 1784 году астрономом Ульямом Гершелем. Правда, вначале считалось, что объект представляет собой всего лишь одну галактику. В дальнейшем астрономы обнаружили, что в действительности NGC 6052 – это пара галактик, которые находятся в процессе слияния и, вероятно, в итоге образуют одну стабильную галактику. Когда это произойдет, наверное, это пойдет не скоро, а через миллионы, а может быть миллиарды лет. Объект располагается в созвездии Геркулеса примерно в 230 миллионах световых лет от Земли.